Здравствуйте, Константин. Это видео про ваш одуванчик. Я запрограммировал диафрагму 2-16 и фокусное расстояние 58 мм. Чтобы облегчить вам весь процесс наклейки одуванчика, вот смотрите, это ваш одуванчик. Это калибр и это полочка, на которую клеится одуванчик, и потом вместе с полочкой клеится на внутреннюю поверхность переходника. Чтобы облегчить вам процедуру наклейки, я вам пришлю одуванчик, уже наклеенный на полочку, и вышлю на почту инструкцию по наклейке на ваш переходник. Сейчас я это все упакую, и завтра утром посылочка с одуванчиком поедет к вам. Спасибо за внимание.